на Карельском фронте прочесывали мы лесной массив, где в этом лесу находились какие-то кукушки. Они передавали, когда вылетают наши самолеты, передавали на сторону неприятеля. Там в лесу это проходило. Город Ланец, я помню, сейчас вспомню. Дома деревянные, все разбито, ни одного дома целого нет. Жара, трупы в лесу валяются, немецкие. Форма, видно, что немецкие трупы. Командир кричит, только не пить. Пить только, говорят, кипяченую воду. Я старался не пить. Ну, вот это первое мое прикосновение с немцами. Орден Красной Звезды мне давали за форсирование реки Свиль. Мы на плотах переправлялись. На одном стороне мы, а на другом были немцы. Во время этого, конечно, много погибло, потонуло среди. Но нам почастливилось. Мы с товарищем вдвоем как-то перешли реку. А потом обратно почему-то нас направили в Мурмаши, на военный аэродром. И там я победу встретил, помню еще, с радостью сделала выстрел кверху из винтовки. А в Мурманске там 20 километров даже не так слышно, но стреляли с радостью. Там же корабли, там же много там уровней. Нам по 100 грамм в честь победы дали.